день, ребята. И мы сейчас находимся в Lidl, и я хочу показать, как магазин Lidl снижает цены на сыр. Это вот копченый сыр. 9,48 килограмм. Стоит 3,79. Такая целая упаковка, 400 грамм. Так, затем идет вот такой немецкий сыр, 10,79 килограмм. Такая упаковка стоит 4,29. Так, Голда. 19. Такая большая упаковка, 400. Ай, нет, здесь другой сыр лежит, 250 грамм, 2,19. Так, затем вот так, Тильсит сыр, 7,49 килограмм. Это такая большая упаковка. Смотрите, какая. 7,49. Это, наверное, самые дешевые. Потом вот Эдам. 10,60 килограмм. Евро 59. Так, затем 2,69 килограмм. 8,97. Такой вот круглый салями. Так, дальше идет Тильситер. Это уже польский сыр, 9,98 килограмм, 3,99 упаковка. Так, Эдам, 9,93. Кайзер, 10,60 евро, 59. Так, затем вот такой вот палочками сыр детский, 13,63, такая упаковка, евро 0,9. Так, дальше у нас идет сыр, сейчас я вам покажу. Так, это такой детский, Гоуда, 150 грамм, 10,60, такой вот сыр. Так, затем вот такой круглый, так, копченый, 11,27 килограмм, евро 69, вот он, такой сыр. Эмментал, евро 69, 12,60 килограмм, такой вот с дырочками. Здесь целый стеллаж сыров. Так, Гоуда, такой вот измельченный, 11,95, 2,39. Потом другой сыр, Эмментал измельченный, 12,48, 2,49. Так, затем сыр запекать, 3,99. Так, 6,80 килограмм. Подождите, я не вижу. Сейчас вам скажу. Нет, 8,87 килограмм. И что я хочу сказать? Так, я хочу сказать, так, вот моцарелла. Моцарелла, но это польская моцарелла. 9,99 килограмм, евро 99.
Ну, то есть, как бы по акции сыры, я сейчас скажу, где-то от 7,49 до 10 евро за килограмм. Ну, сыры очень подорожали, и поэтому даже по акциям они все равно как бы дороговато стоят. И в Германии был такой скандал, какой-то немецкий сыр, у нас его нету. Нашли какие-то вредные бактерии, его вообще изъяли с торговли, и мне почему-то кажется, что именно с этим у нас вот идет такое снижение цен. Вот. Выбор большой в Лидле. И так, я сейчас скажу, какой я покупаю сыр, какой мне нравится. Кстати, вот этот вот плавленый копченый 6,94 килограмм, и мне он нравится, вот это с кумписом, а это вот такой простой, сейчас покажу, такой вот простой сыр, литовский, сделан в Литве, совсем даже и неплохой. И есть вот, сейчас скажу, есть как бы не совсем сыры, есть, как это вам сказать, подождите, наподобие сыр. Так, вот я покупала еще вот этот сыр, мне очень нравится. И так, 8,54 даже без акции. Очень вкусный сыр. Мне нравится он. Так, Данишку стилю сыр, потом очень люблю вот Голда, Голду люблю сыр. Потом мне нравится вот такой вот сыр, вот. Из трех сорцов есть голубой, это легкий самый, потом есть вот такой вот. Это с плесенью французский. Это не, они по 200 грамм, но я покупала, мне нравится. И вот такие вот есть фасованные разные. Также царский очень вкусный, помню, пробовала. Эдам. Эдам нравится, Голда. Неплохие сыры. А вот тут вот какой-то, подождите, что-то тут новое появилось, плавленый сыр лусточками, 13,27, литовский. Вот это тоже вкусный сыр, мне нравится. Вот классический, может купить. Смотрите, есть вот такой вот с этими, не со специями, а с такими травками, травками разными. Может, вот этот купить? Так, классический. Классический вот такой вот. Ладно, пока брать не буду, у меня дома есть. А вот этот никогда не покупала, вот который вот запекать. Вот такой вот сыр. О, какие большие коробки, смотрите. Большие коробки какие. Никогда не покупала на гриле запекать сыр этот вот. Наверное, должен быть вкусный. К мясу. А тут уже есть прозрачных, но это уже немецкий. Вот такой вот тоже запекать на гриле. 12,06 килограмм, а здесь вот 8,87. Хорошая цена. Девчонки не успевают грузить, потому что сегодня понедельник, после выходных
все разобрано. Так, я иду еще посмотрю, вот где на этих полках, где больше там не уцененный, но более дешевле сыр. Сейчас я посмотрю. Так. Так вот, если есть, давай тут сыр. Ай, вот есть здесь. Так, Голда сыр. Смотрите, хорошая цена, 8,89, но большая пачка. Вау. Конечно, ее если открыть, сразу ее невозможно скушать. Она очень большая. Здесь целый килограмм. То есть это на большую семью, и тогда, может, оплачивается. Потом вот такой вот детский есть. Пикник. 13,44 килограмм. 2,15. Ну, вот вам как бы показала все. Ну, вот эти вот здесь, вот эта полка такая. Полки идут. Здесь как бы все подешевле. Можно вот масло есть 99 центов. А, вот еще хочу показать еще сыр. Вот этот вот. Так. 11,10. Ну, тоже вот хорошая цена. Смотрите. Большой кусочек. Вот 11,10 килограмм. Потом вот наверху есть чеддер. Так, тоже там, сейчас скажу, 11,96. Он уже порезанный такими вот полосочками. Такой вот. Такие различные вкусняшки. Так, моцарелла. Вот люблю тоже этот моцареллу, люблю. 12,60. Вот евро 89. Потом такой сыр. Так. Такой-то кахковал. Кахковал. Но это дорогой. 15. 350 грамм. Вот Голда опять. Так. Ну вот, кажется, все сыры я вам показала. Потом есть такой вот сыр, это такой намазывать, 7,50. На память. Ну, кажется, все. Ну все, ребята, я на этом буду прощаться. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии. И на этом все. Пока-пока.